Сейчас мы находимся на самой спортивной улице Пхукета, где все лагеря и спортивный зал находятся в шаговой доступности друг от друга. Очень много ресторанов и баров, где можно купить спортивное питание и протеиновые котлеты. В 5 минутах от дракона находится зал Юни 27. На этой улице находится очень большое количество тату-салонов и спортивных магазинов. Сейчас мы зайдем в мой любимый. Направления боевых искусств. От тайского бокса, ММА, джиу-джитсу, йоги, фитнеса, пилатеса и так далее. При лагере также есть магазин. Прежде чем забронировать тренировку, вам нужно зайти на ресепшн и спросить, что Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, следите за моими видеоблогами, а я побежала.